Для того, чтобы провести вторую ассамблею «Новый формат», мы выбрали место, где всегда светит солнце. Теплое море и райская зелень. Ну что, догадались, где мы? Правильно, мы не в Турции. Здесь намного круче. Это санаторий «Южное взморье» в городе Сочи. Рай для настоящих танцоров. Сюда, к ресепшену Южного взморья, прибывают наши участники. Кто-то рано утром, кто-то ближе к обеду, некоторые поздно ночью. Но в любом случае абсолютно все успеют на торжественное открытие Международной ассамблеи «Новый формат». Потому что такое событие пропустить просто невозможно. Мы приехали на конкурс, чтобы занять первое место. В поезде было очень весело. Мы постоянно играли. Танцевали даже в поезде. У нас есть фотки, как мы садимся на шпагате в поезде. Было очень весело и интересно. Победа это не главное! Главное – участие! Отдохнуть в таком месте хотел бы каждый россиянин. Ведь это отдельное небольшое государство, в котором есть все. Ну, разве что нет аквапарка. Уютные номера, из которых не хочется выходить. Живописные аллеи, по которым можно гулять весь день. Великолепная сцена, на которой можно почувствовать себя настоящим профессионалом. Различные бассейны и шведский стол для любого гурмана. Тут легко забыть, что приехал не отдыхать, а трудиться ради высоких наград. Друзья мои, у нас на ассамблее происходит что-то невероятное. Коллективы репетируют абсолютно везде. И на сцене, и в холле, и в коридоре, и даже, уверен, в некоторых номерах тоже репетируют. Оно и понятно, каждый желает показать свой номер для жюри во всей красе, чтобы обязательно поставили только высокий балл и взяли во второй тур конкурсной программы. Мы решили немножко нарушить их график репетиции и позадавать интересные, как нам кажется, вопросики. Сколько часов вы сегодня уже провели в репетиции? 5. Где вы репетировали сегодня? Мы репетировали в зале. И на сцене, наверное. На сцене. И в холле. А было такое, что даже в номере ночью репетировали? Да. Мы настраиваем себя, чтобы мы не боялись и чтобы мы хорошо выступили. Самое основное, особенно в коллективных выступлениях, я считаю, это синхронность. Самое основное – эмоциональная отдача. Вот. Ну, естественно, техника. Друзья мои, у нас ЧП. Через 5 минут официальное открытие. Участников нет, в холле никого нету, в коридорах пусто, в номерах тоже тишина, за кулисами никого. Вот одна маленькая девочка. Девочка, где участники? Не знаю, я тут одна. Что делать? А, Сереж, мы еще с тобой в зале не искали. Давайте посмотрим. Вот они нашлись, мои хорошие. Ну, теперь можно не переживать. Можно начинать наше суперское торжественное открытие.
Я желаю всем участникам фестиваля удачи завтра, чтобы вы максимально выложились и показали то, на что вы действительно способны. Всех поздравляю с началом, очень рада здесь быть и быть в составе такого великолепного жюри. Всем привет! Ну а завтра, дорогие друзья, вы примите эстафету и выйдите на эту сцену для того, чтобы порадовать нас своим творчеством, достойно выступить перед членами жюри, уважаемыми нашими, порадовать своих педагогов и достичь поставленных целей. Я желаю вам завтра легкой сцены, победы и удачи. Вторая международная хореографическая ассамблея «Новый формат» объявляется открытой! Ну какой же праздник без дискотеки? Всегда открытие у нас продолжается яркой, красочной, хитовой дискотекой, где можно и потанцевать, и попеть. Главное, чтобы на завтра силы все-таки остались. Начинаем танцевать! Мне на рынке уходить, что, записываем уже? Да, пишем. Итак, все началось. Первый конкурсный день нашей ассамблеи. Мы с Сергеем так волновались, переживали, что даже не ложились спать. А вы представляете, что сейчас творится с нашими участниками? Но, несмотря на ранний час, нужно собрать в кулак всю свою волю, всю свою грацию, мастерство, выйти на сцену и показать грандиозный, экстравагантный и креативный номер. Так что всем умываться и на сцену! Нам понравилось, атмосфера, зал поддерживал.
Очень здорово, потому что, во-первых, хорошая площадка, на которой работаешь, во-первых, во-вторых, чувствуешь какую-то отдачу зрителей, чувствуешь их внимание. Вот, очень здорово, очень классный у вас световик, правда, прям по настроению, по атмосфере все угадывает, очень здорово. Впечатление очень приятное от увиденного. И у меня лично такое создалось впечатление, даже ощущение гордости. Гордости за страну, за Россию, потому что я вижу, как развивается хореография в России, как работают дети, как они честно проживают на сцене и так далее. Потому что я часто работаю в Европе и вижу, как работают там с детьми, и могу сравнить. На очереди долгожданные мастер-классы от наших членов жюри. Они покажут самые модные стильные движения и связки и поведают о своих профессиональных секретах. Ну что же, за этой дверью уже все началось, вы это слышите, а сейчас еще и увидите. Сказали, что я не в танцах. Пойду заедать свое горе печеньками. Очень приятно, что действительно есть народники. Посмотрите, сколько парней пришло. То есть парная техника, сегодня специально давал парную технику. Это очень приятно. Огромное спасибо руководителям, которые растят этих детей, которые их заинтересовывают, потому что заинтересовать народным танцем – это на самом деле сложно. Это новый опыт. Мне, ну, очень понравилось. Это очень необычно. Мы, ну, вообще такого не делали, такого чего-то похожего. Импровизация – это очень важно для танца, и мы хотим, чтобы это нам помогло. Это безумно интересно, и, наверное, это поможет нам выразиться. Мне очень понравились представленные на данном конкурсе мастер-классы. Они были очень разнообразные, вдохновляющие. И импровизация, и джаз, и модерн. То есть все было разное, и как-то это дает фору танцевать и двигаться дальше. Волшебные дети, осмысленные. То есть я, например, прошу у них погружение в эмоцию, они даже глубже мне дают, чем нужно. То есть они настолько подвижны, настолько пластичны, так скажем, в отражении эмоций, вот, и очень хорошо подготовленные, техничные, там, более, не знаю, более половины точно технично оснащены, максимально хорошо.
дорогие друзья. Посмотрите налево, там мы видим живописный сад. Посмотрите направо, там мы видим грандиозное архитектурное сооружение. Вот мне кажется, что именно так и проходят экскурсии. Хотя, знаете, я там ни разу не был. А вот наши участники, если у них выдается свободная минутка, зря время не теряют. Сразу отправляются за новыми знаниями и эмоциями. А так что, друзья мои, айда на экскурсию. Берем селфи-палочки и поехали! Друзья мои, вот теперь шутки в сторону. У нас начинается второй тур, который будет еще жестче. Поэтому на всякий случай мы подготовили все необходимое. Бинты, йод, зеленку, нашатырь, валидол, гран-при, плюшевого мишку. Но это на крайний случай. Итак, да начнется танцевальная битва. И пусть победит крутейший. Конкурс хороший, коллективы достойные, удалось все. Но на мой взгляд, было очень приятно сегодня даже на втором туре. Многие коллективы раскрылись как-то по-особенному. Удивили коллективы, удивили своей самобытностью и необычностью, необычным подходом к постановкам, к выбору музыкального материала, танцевального материала. Каждый номер, даже в первый конкурсный день, смотрелся с большим удовольствием и любопытством. Понравился вот этот соревновательный процесс. Это самое главное, потому что соревнования, как бы всегда, включаешь все свои внутренние силы, чтобы победить, чтобы идти дальше. И в этом, ну, интересы есть. Фестиваля, да, международной хореографической ассамблеи, новый формат, вышел коллектив «Непоседы». Ну и, естественно, абсолютным победителем этого конкурса стал обладатель коллектив «Шкода». Друзья мои, я очень надеюсь, что сегодня мы разъедемся по нашим городам, и через год мы с вами вновь встретимся, повзрослевшими, окрепшими, с новыми идеями, с новыми силами, с отличным настроением. Мы очень будем ждать нашей новой с вами встречи. А сегодня вторая международная хореографическая ассамблея «Новый формат» объявляется закрытой! Вы
сегодня показали просто великолепное мастерство. Вы сегодня стали золотыми призерами нашей ассамблеи. Скажите, как долго вы готовились к конкурсу? Долго, очень долго. Вас поддерживали? Наверное, год. Целый год. Вас поддерживали ваши родители, родственники? Смотрели вас по прямой онлайн-трансляции? Надеемся. Голосовали более 400 голосов. Спасибо, поломали нам микрофон. А за вас болели, переживали, волновались, голосовали. Как это все было? Это очень было быстро. Мы все такие голосование, голосование, голосование. И мы не успели даже написать, что голосование открыто. Да, и да, мы сразу танцевать пошли. Новый формат завершился, но состояние того, что ты находишься в гуще этих событий, еще осталось, конечно. На самом деле конкурс в новом формате не только по названию, но и по своей структуре, по состоянию, по атмосфере. Было очень интересно, действительно порадовали коллективы, порадовали своим уровнем, порадовали своим творчеством, своими номерами. Была настолько крутая борьба, особенно второй тур. Последние вот эти моменты определения победителей, конечно, заставили поволноваться нас всех, и членов жюри, и руководителей коллективов, и детей, и зрителей. Мы все не держали кулачки, переживали за каждый из коллективов, потому что они действительно были достойны. Ну вот и все. Теперь можно вздохнуть полной грудью, расслабиться и предаться приятным воспоминаниям прошедшей ассамблеи. Как всегда, все задуманное получилось. Наши прекрасные участники разъехались домой с полным багажом знаний и эмоций. Но фестивальному движению «Территория талантов» расслабляться некогда. Впереди нас ждут новые грандиозные проекты. А все самое полезное на сайте artalant.com. Все самое интересное найдете по нашим официальным ссылкам. Будьте с лучшими!